20, да? Подождите. Поехали. Пойдем. Нет. Как нет? Че, боишься йода? Я в ноги сделал. Ну, в колен. Иди, Артем, иди помой сейчас руки и пойдем йодом мамажем, чтобы какого-нибудь не было там вируса, шмируса. Нет, да ну, так йодом не прямо в нее, а вокруг всего. Ну, хотя бы это. А как сейчас будешь крутить? Все, кстати. Ну, иди помой руки, давай йодом намажем, и потом будешь дальше заниматься. Йодом давай, не намажешь, а тем самым без заразы. Иди, больше времени на уговоры сейчас тратить. Нет, ты, конечно, можешь ничего не мазать, но придешь домой, мамка переживать будет, скажет, сынок, что за прикол, мозоль сорвал. Я просто сам как родитель, реально, ну, это вы сами, когда станете родителями, вы поймете, насколько это переживательное переживание. Я по себе уже делал. Артем, а из переднего выса сможешь? Подтянуться разок, попробовать. Нет. Прыгнуть вот так на руки, потом вот, вот это удержать. Нет, так и что-то. А ты пробовал? Может, попробуешь? Ну, пробовал вот это просто, вот на этих. А попробуй сделать передний вис вот на таком рычаге, когда вот так, ну помнишь этот, вот так руки положи, попробуй пошагать. У тебя, во-первых, длина рук уменьшит, проще будет так держать. И пошагаешь, попробуешь. Можешь на том небольшом крючке. Да, да, не-не-не, вот прям зацепись, руки положи, да. Серьезно? Да хорош. Вот. Ну ты просто подними, попробуй. Вот, во-во-во-во-во. И пошагай, нет? А вот это если бы тренировочную штуку взял, мне кажется, потом тебе любое удалось бы. Давай резину дам, Артемий. Ее можно под бедра резину, и ты потренируешься, походи, давай? Нет, ходить не буду, я буду просто тренировать. Не хочу ходить, мне не нравится, не хочу. Ну да, но это слишком однообразно уже смотрится, но мы можем уже... Мы тебе такую не делаем. Мы можем просто выразить эти конфликты интересно, по-другому. Так, чё, Артём, к руке пойдёшь мыть, я буду мазаться, нет? А есть этот шмушек? Шмушек-то? Кожа возьми. А, кожа у тебя, запчасти твои? Да. Кожу лучше возьми с собой в кармашек и сожги дома над огнём. Зачем? А вдруг в мусорке кто-то твою кожу потом, какое-нибудь животное, в мусорку выкинет, съест твою кожу. Ничего будет. Получается, животное сейчас тебя съело. Да ничего, ничего, просто... Просто животное. Потом, знаешь, можно утрировать и округлить, сказать, ё-моё, меня животное ело. Какой-нибудь там. Хотя нас и так бактерии всякие. Салфеток нет. Все-таки придется йодом, да, Артемий? Сейчас схожу, по-моему. Иди, мой руки. А платочки есть с собой или что-то у тебя? Нет ничего? У нас сейчас будет болеть, Артем. Иди, мой руки. Ну, а куда деваться-то? Давай. Только по коридору не бегай там, ладно? Не пугай никого. Ладно? Так вандисты, ой, это отставится. Самбистов не пугай, да. Так раз врываешься, толкан там, посмотрите, я тэквондист, ну-ка отсюда, ушуршал. Не, надо быть, мой, по-моему, хорошо сейчас все будет. Может там все... Как? Блять!
О, нормалек, нормалек. Да, держи, 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 держи. Если устанешь на двух, ты сразу, мне кажется, не вылезал бы, а на одну. Но все равно, ты знаешь, какая штука еще? Вот правильно сказал, когда шаг, ой, путь в тысячу миль, начинаешь шагов, там начинается с первого шага, с мысли, да, с нервного движения. Вот так и здесь. Надо укрепить нервную систему и вот эти вот нейроны, новые связи создать. Вот это тогда тело просто привыкнет. Тяжелее всего побороть ум. Вот он нам говорит, хочу, не хочу, там, буду, не буду. Ум — это такая забавная, коварная штука, что ого-го. Так, что там у нас? А мы можем сейчас... Мы можем сейчас, кстати... В честь памяти, ну, в честь хорошей памяти, да, успокоения ума. Мантра, мантра. Называется мантра, это как бы заговор на санскрите поют. Ну, этот, индоарийские буквы. Это называется мантра, сейчас переведу. Мантра Ганеши, богатство и благополучие. Там Сергей Сергеевич, ты не поймал? Нет. Блин. Так, что, йод?